Блин, 44 этих. Ну давайте начнем с Гаранта. Погнали. А потом уже эпики прокрутим. Бомжекруточки. Давай, давай, красненькая, лети. По-любому последний вылезет. Вот прям вот ровно 80-й. Не будет у меня халявной леги до 80-ки, да? Две леги, да, сейчас прям не будет. Не будет, я уверен. А может и правда две леги. Вейпер еще напугала меня. Только это Чича, да, местная? Крио. Ну, первый персонаж выпал Крио. И Кроу с ножами Электро. Ну, как бы первым был вот этот. Еще хуже. Все, две худшие леги, да? Ну, поздравляю, Криво. Да, не, ну ладно, ладно, за 80 круток 3 легендарки. Ну, одна гарантированная, две гарантированные, вернее, одна, говорят, пососная. Кроу норм, девка херня, да? Так, ну, по крайней мере, мы теперь от электрокопья откажемся. Я доволен, наверное, потому что... Копье достало, честно. Лего есть лего, да, все равно... Это классический баннер, все равно выпадут все персонажи. Вообще насрать. Вообще пофиг. Все равно выпадет все. Так, фаст крутки фиолета. Скип. Опа, копье. Ну да, я только от тебя отказаться хотел. Девка отличный хилер. Но у меня, в принципе, нет хилера, кроме местной Барбары, поэтому... Крути красные. У меня есть красные, разве? Не, давайте красные уже потом. Не хочу сейчас. Если у меня хватает... Бомжекрутки. Все, можно хотя бы пиролук поменять. Правда, все говорят, что это вроде самый слабый персонаж в игре, да? То есть мне все самые слабые персы выпали из легендарок. Но это за бомжекрутки, ладно, нормально, почему нет? Все, наверное, выходим из игры, чтобы все сохранилось. Я хрен его знает, как это сделать. Блин, а смола там не перекопится? 164, да не, наверное, не перекопится. Через час вернемся. Exit game. Он клевый саппорт. Ну все, не гарантер больше, да. Больше не на гарантах сидим, да, да. Ой, жесть какая жесть. Окей, ладно, ладно. Так, я не помню, я маркер поставил. Ну, три леги за 5 минут до тех работ. Класс. Три чичи выпало, пог.